Судан заинтересован укреплять отношения с Чувашией. Чрезвычайный и полномочный посол страны посетил республику с официальным визитом. На рабочей встрече Надир Бабикер и Михаил Игнатьев обсудили детали двухстороннего сотрудничества. Подробности в следующем материале. Экономические связи Судана и Чувашии пока только начинают развиваться. Послы этой африканской страны в республику не приезжали ни разу. Надир Бабикер уверен, что по итогам визита будут определены точки взаимодействия. Лично я познакомился с Чувашией во время презентации республики в Министерстве иностранных дел. Тогда я обратил внимание, что в республике развивается множество направлений, где можно наладить взаимодействие. Делегация из Судана посетила ряд крупных предприятий республики. Не исключено, что африканскую сторону могут заинтересовать электрокомпоненты и трубопроводная арматура, которую производят резиденты индустриального парка. Прорабатываются и вопросы о поставке солнечных модулей из Новочебоксарска. Сейчас в Судане развивают альтернативную энергетику. Это один-единственный завод в России. Один-единственный завод. И практически работают там все наши жители, наши студенты. Президент России Владимир Путин ставит перед нами задачи, чтобы межрегиональное сотрудничество между Россией, между регионами Российской Федерации и провинциями Республики Судан дальше развивались. Это и между должностными лицами органов власти, государственной власти, муниципальных образований, но и между предпринимательским сообществом. Международная обстановка, международные отношения очень благоприятные для межрегионального сотрудничества, я хочу сказать. Товарооборот между провинциями Судана и регионами России увеличивается. По итогам прошлого года он достиг отметки 430 миллионов долларов. Главный источник доходов Судана – сельское хозяйство. Зарубежным аграриям необходимы передовые технологии. В республике они намерены закупать средства защиты растений. У нас мощное производство, и эта продукция продается даже в страны Евросоюза. В республике сейчас обучаются и студенты из Судана. Желающих получить диплом в чувашском вузе становится все больше. Глава региона заметил, что квоты для иностранцев могут быть увеличены. Стороны намерены развивать и медицинский туризм. Лечиться в Россию каждый год приезжают более 2000 пациентов из Судана. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика.